Ну, я думаю, надежным, в первую очередь. Это наша главная задача. Я, в принципе, всегда уверен в Давиде, в первую очередь, как в надежном партнере. Плюс у него отличное качество в верховой борьбе. Практически 100% выигранных единоборств. И сегодня, в принципе, это показало против такого достаточно большого нападающего. Он выиграл все единоборства. Ну, я думаю, в первую очередь, тактически. Я даже по себе знаю, когда я переходил в «Шахтер», казалось бы, все уже в футболе известно мне. Но «Шахтер» такой клуб, который не дает слабинку ни в одном матче и учит своих футболистов на протяжении всей карьеры. Я думаю, в первую очередь, Давид тактически прибавил. И, в принципе, во всех компонентах тоже.